Один из самых волшебных, трогательных и невероятных моментов — это то, что Джонни Депп, Колин Фаррелл и Джуд Лоу согласились приехать и сыграть роль Хита, доделать то, что не успел он. И это лучшее подтверждение их любви к Хиту, уважение к его невероятному таланту и увлеченности этим фильмом. Мы уже отсняли все эпизоды в реальном мире, а все эпизоды из мира фантазий, которые должны были сниматься в Ванкувере, отсутствовали. И у Терри родилась идея, что каждый раз, когда Тони попадает в зазеркалье, его должен играть другой актер. Джонни — близкий друг Терри, так что сначала подумали о нем. А Джуда изначально рассматривали на роль Тони, а идею насчет Колина Фаррелла подкинула Марджери Симкин. Она предложила этот вариант нашему режиссеру по кастингу. Ведь я обещал, что так и будет. Это идеал. Неожиданная смерть Хита — это страшная трагедия для его семьи и друзей. И Гильям оказался в тупике. Поэтому мы, три актера, собрались вместе, Колин, Джуд и я, и закончили съемки, играя роль, которую раньше играл Хит. Сначала у него должен был быть один дублер, а в итоге их было три. Мне кажется, это беспрецедентная ситуация. По-моему, раньше такого не бывало. Для меня это демонстрация того, что создатели фильма способны на многое. В то же самое время, продолжая работу Хита, мы отнеслись к ней с уважением. А для меня, как для большого поклонника Терри, это был шанс закончить фильм Хита. Три Тони. Мне кажется, это отличная идея. Это не просто гандикап. Это не помеха, это приобретение. Мне кажется, это очень много привнесло в фильм. Вся их неистощимая энергия и их дружба. Все это нашло отражение в фильме. Мы сохранили общую идею, и прически у них похожие. Не одинаковые, но похожие. Так или иначе, Тони ходит с хвостиком, и мы сохранили бородку и усы. Так что в каждом актере было что-то от Хита. Конечно, было и внешнее сходство, но мы просто пытались дополнить то, что сделал уже Хит. И что очень хорошо, Терри позволил меняться и тем личностям, которые скрывались внутри Тони. Это дало нам немного больше пространства. Мы с Колином и Джонни смогли привнести в эту картину что-то свое, не потеряв то, что сделал Хит. And action. The man gets the horn. Can you hear me? Yeah, no, that's this is the way to be doing this. So. Okay. Whoa! Yes! Oh! Yes! Oh, cut! I'll tell you in a sec. That's cool. That's it. One. Yeah, that's good. That's good, yeah. What do we... Hey, yeah. Instead of one, because it's all, the snake is deteriorating into a river again. So like, ah, so that should... Yeah, that's feeling good, isn't it? That's it. Yeah. And then step over, so now we're hopefully we're opened a bit, yeah. The idea is to get in there. It's a theory? Yeah.
So then, yeah, is that Nicola? Nicola, the physician. We're complete on C-54, so apart from a little Valentina elements, we're going to go home. We're going to rehearse in the morning at 8 o'clock. Wrap it up. Get out of here. Thank you very much indeed, folks. Yeah. Thanks for a wonderful day. See you all tomorrow. 8 o'clock rehearsal at the Orpheum. 11 o'clock.